Пожалуйста. Ну, кстати, да, как вообще Полина сокращается ласкательно? Я просто реально, я не знаю. Горячо! Я не знаю, Саша, реально. Ты понимаешь, Саша? Полюшка. Правда. Стася, а сколько вам лет? Мне 10. Да ну, нет, Стас, она говорит не так. Возраст не важно. Главное настроение. Сделать выбор, но перед давай этим. Так, не, давай ну, да, не так. Три человека повернулось. Давай, кто первый повернулся? Три. Слушай, три человека. Понятно, сейчас... Ты посмотри, посмотрите, что произошло. Он сейчас просто забрал все, повернулся, причем... Ты какой повернулся? Ну, это не важно. Вот, смотри. Случилось как? Что? Во-первых, очень классная песня. Спасибо. Исполнена она была еще лучше. Так, что это значит? Ты переживаешь? Поясни немного. Что? Как? Я говорю, исполнена она была еще лучше, чем сама песня. Шах и мат, не понял. Ну ладно, не важно. Опытный, профессиональный, сразу повернулся. Может, что ждать? Что тебе? Да это нервный тик у тебя сработал, может, ты нечаянно нажал. Да не важно, что у меня сработало. Это говорит о том, что у меня, секунду, нервный тик сработал. Говорит о том, что у меня даже нервный тик правильно работает. Понимаете? У меня один момент. У меня один момент мне не дает покоя. Хочу точно свести. Я уже взрослый человек. Смотрите, Полина Сергеевна, моя рука потянулась нажать кнопку. Нет, вы сказали, я сказала, не вы надо. Мне аккуратно, нежно сказали, подожди! Хорошо, допустим. Вот так она мне говорит. Я сразу думаю, ба, пали! Я бывал... Понятно, что я сильнее всех. Потом по старшинству, даже не знаю. Ну, по старшинству ты младше всех здесь. Ну, поэтому тебе... Merci bien. Ça va bien, не merci bien. О, мадам. А у тебя там было речитатив. Да я готов пойти ко всем. Нет, 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 старик. Так не работает. Друг мой. Хорошо. Когда я жил в Белоруссии... Так. А я об этом не знал. Гродненская область, Дятловский район, городской поселок Гезгал. Я учился. Как успел загуглить? Только что? Нет, я жил в Белоруссии. Как вашего педагога зовут? Бастаджан Галина Аведисовна. Уважаемая Галина, у меня хоть малейший шанс есть чуть-чуть научиться петь с вашей помощью? В будущем! Потихоньку, может спустя, быть... Спустя, не надо сказать, спустя 7, 12, 15, 20 лет. Ну да, да. Ты ходишь в музыкальную школу, играешь на 6 инструментах, правильно? Нет. Тогда расскажи нам чуть-чуть. Я даже не стала строить, я поняла сразу, что не ко мне. Вот и остались мы с тобой вдвоем, Василий. Ну и хорошо. И слава богу. Да. Будем так сказать. Какой обидчивый. Ну, спой песни Басты. Давайте решать. Сейчас Егор, они договорят. Тоже. Я ж тебя учил. Что? Ты просто молчишь и страдаешь, пускаешь слезу. Ну, елки. Но сиди просто обреченно и так делай. На самом деле, я просто хочу с открытыми. В общем, просто хотелось полностью погрузиться в вашего сына. Но это я важно. Я говорю, просто молчи. Сиди. Отстань от меня. Ну просто молчи, говорю. За тебя, ради тебя. На самом деле... Я хотел повернуться и посмотреть, поете вы с открытыми или закрытыми. Серьезно? Ну мне важно. Че? Ты испортила мне конец дня. Первый раз, что ли? Я не знаю, как я переживу обиду. Я буду заглаживать, ну, в смысле, обиду.